Только с тем условием, что они будут меня кормить, а мне остальное. Я буду сидеть. Ты будешь как этот король свиней, да? Рот откроешь. Так, а где мы вообще живем? А, вот где. А, я тут за травой пошел, да? А что там нам надо для сушилок-то? Я что-то уже не помню. Помню, что уголь. Помню, что дерево. И веревка, наверное, еще нужна. Пойду, короче, буду собирать. О, темнеет. Травы. Повторяйте. Барен живет травы. Так, а куда я собирался идти? У меня зачем-то 5 пепла есть. Так, мне что-то написали. Мы же с тобой там делали лечилки. Поэтому у тебя пепел. Так, слушай, ну мы сейчас голодать, наверное, еще сильнее будем, получается, да? У нас-то будет больше. Еды, наверное, быстрее лагерь обустроим. И помрем быстрее, кстати. Слушай, у нас, оказывается, 17-й день. Да, я думаю, нам уже не надо здесь с тобой никаких пчел. У меня 15-й день. Какой у тебя 17-й? Как так? 15-й, а у меня 17-й. Слушай, ты на какой сервер зашел? Ну, на твой. Ты же меня пригласил. У меня 15-й день написано, я не знаю. Я играю чуваком, мы с тобой вместе. Вот, а у тебя 17-й день реально написано. Да, вот та-тап нажми. Ну да, как это возможно? А ты видишь, у меня 15-й? Да. Я же умер 2 дня, походу, мертвый был, поэтому у меня 15-й день. Вон, смотри, к нам пришел человек. Привет, ТС Макол. Отлично. Слушай, а имя у тебя есть? Скажи нам свое имя, пожалуйста. Пока человек думает. Так, у нас появился баклажан, 2 кукурузы и 2 дуриана, в конце концов. Блин, ну дуриан это, конечно, беда. Ну, можно его какое-нибудь в блюдо какое-нибудь засунуть. Ну, он же, получается, Никита его зовут. Вот, Никитос к нам приехал. Никита, отлично. А я Никита, да? Сразу вспоминается. USB здесь. А, слушай, забыли поздороваться с людьми-то мы с тобой. Вот мы некультурные люди просто какие-то. Да вообще не говори. Позор. Дамы и господа, всем привет. Мы продолжаем сегодня эпическое похождение по миру, населенному непонятно чем, нашими маленькими дружелюбными человечками. Да. Как вы видите, есть маленькая девочка, за которой все время бегает амбал с топором, который хочет все время жрать, кричит: «Я отрублю тебе ногу». Ну, в общем, как обычно. В общем, Стас и Витек с вами. Сегодня у нас еще есть и Никитос. Он немножко без голоса, так что... Ой-ой-ой, темнеет! Где, куда? А, тьма поглотит меня! Ну, у меня все нормально, я успел заготовить костер заранее. Но у меня какие-то чучундры вылазят из-за... Меня сейчас убьют! Тьмы. Добро пожаловать, Донстар! Как костер поставить? Я сдох, твою мать! Отличное начало, ё-моё! Корота! О, смотри, он какую-то трость нашел. Никита, что за трость? Какая мне разница? Может, бегать будешь быстрее. Теперь все, да? Жизнь закончена. Да. Ничего страшного, Витя, терпи. Сейчас мы будем тебя воскрешать. Как так, блин? У нас столько вещей здесь вокруг стоит. Я не мог найти место, куда костер поставить, прикинь. А такое бывает, да. Я в лесу особенно такое западло вообще. Не особо приятное. Так, у меня 10 семочек. А Никита рядом с тобой бегает? Я никого не вижу. Не, Никита, наверное, появился там, где у нас портал. А, возможно, да, точно. А где у нас портал-то? Это просто тут за травой в похождениях. Сколько у меня травы-то хоть? 47 травы. Ну, я думаю, пока хватит. Я, короче, иду тебя... потихонечку воскрешать. Как у меня так получилось? Я даже доздороваться с людьми не успел. Меня тут прикончило что-то. Вообще. Может, тут ягодки выросли на кустах. Сейчас сразу все там батхертить там. Нубяра! Да, нубяра. Я пока в какашку поиграю. Такая игра. В какашку? Да. Не надо. Удумайся. Тыкаешь на какашку, и она прыгает от тебя. Сейчас я птицу. Веселая игра. Птицу. О, кто это?
Оу, видишь меня? Только Энта не зли. Кого из вас воскрешать-то? Мы одинаковые, да? Ну да-да-да, только у него красный цветок на голове. Вот так, сейчас посмотрим. За тобой прям летает, видишь такая? Да я вижу. Самая красивая. Сейчас я же... Ага, она была в броне, да? Ну, броню у меня все равно нет, какая разница. Ну круто, самое главное, подобрал бы, у меня тут валялось. Стой ты, ё-моё! Воткни в себя. Ну, оживи меня. Ура! Теперь совсем хреново со здоровьем, совсем, по-моему, рассудок у меня, ёперный театр. Вот это вообще супер. Так, надо поднимать что-нибудь. Гири, поподнимаю-ка я гири. Говорят, чтобы рассудок поправить, нужно собирать вещи первый раз. Можно пособирать цветочки. Какие вещи можно собирать, чтобы поднять рассудок? Ну вот в этом, в аппаратах собираешь вещь какую-то первый раз, когда она 15 рассудка дает, типа. А, ну это круто вообще, я не знал такой тонкости игры. Я тоже. Я подумал просто про разбирательство травы или сделать палаточку. Вообще, как бы так вот замутиться. Палатку организовать. А то что-то совсем туго надо. А, у нас есть, кстати, паутинка, да? Паутинка вроде есть. Мы же там паутину одну зафигарили. Надо глянуть. Надо еще бумеранги собрать всякие. Помнишь, мы как в прошлый раз делали? Да-да-да, надо. Вот не поиграли вроде, да, там сколько мы с тобой? Ну, наверное, около месяца, да, мы не играли. И ну... как будто в первый раз, честное слово. Да, так и есть. Сейчас мы посмотрим, где у нас палаточка. У тебя как со здоровьем? А у тебя в половину уже, да, вроде как? Здоровье у меня 52. Куда я бегу вообще? Чего я хочу? Камень-грелка. Куда я побежал? Да кто тебя знает? Зачем я туда побежал? Вот такой вопрос. Что за ересь я творю? Палка... О, отлично, короче. Сейчас сделаю палатку. Замучу сейчас палаточку. Да? А носочок нам хватит? Должно. Там я не знаю, а вон все уже увеличивается. Надо. Ночь уже, 3 часа ночи. Все, косяк. Значит, что мы будем делать с тобой? Надо наделать нам с тобой этих сушилок. А, на сушилку нужно древесного угля и веревку. А древесный уголь откуда берется? Деревья палить надо, да? Да, надо деревья отпалить. Так, поставлю-ка я ее, пожалуй, вот тут. И я бы травой для веревок пошел. Патя, мне надо поесть, я опять голодаю. У меня есть трава, видите, стена, мне 35 травы. Ну, там надо по 9 травы на каждую сушилку, а этих сушилок надо штук 10. Там. Да хотя бы штук 6 поставить, было бы вообще здорово. Так, что-то я смотрю, у нас-то не особо... Где вся еда-то? А, все норм. 17 ягоды. Мне сказали, тык не атаковать, и твое чудо будет атаковать само. Угу. Она что-то не атакует. Не хочет. Я на кролика тыкаю, а оно стоит, смотрит на меня своими большими глазами. Может быть, она атакует агрессивных к тебе созданий? Какие-нибудь там кабаны или что-нибудь еще. О, пакость. Ты смотри, она кролика добила. Нормально. Вдвоем можно охотиться на кролика с ней. Отличное создание. О, текстильки. Слопаем. И еще надо текстильки. Ты там не видел Никитоса-то, где он? Не знаю, он куда-то ушел и потерялся. Я думаю, он сейчас отдельный лагерь построит, потом против нас будет воевать. А, точно. Организует нас в армии свиней. Мне вот интересно, у меня у одного подлаги в этой игре, в совместной, когда, ну, может, у Никиты тоже так. Я просто не знаю, у меня просто какие-то проблемы постоянно в этой игре. Ну, у тебя 62 пинг. Еще у вас говорит. Не, ну, пинг-то вроде неплохой, 62-то. До 120 где-то это хороший пинг. Я, например, там в ММО играешь, проблем нет. Ну, в ММО там меньше, конечно. Не, ну здесь достаточно этого пинга, я считаю. Без лагов. Ну, конечно, с пингом-то 15. Что там, откуда лагом-то взяться?
А я вот не могу понять, у меня какие-то проблемы. Я вот и с друзьями иногда поигрываю, когда играю, то же самое у меня. Ну ты же откуда играешь-то? У тебя даже часовой пояс другой. Чё ты хотел? Может быть, я, да, типа, ты с северного... Ледовитого океана, да. Ага, ага. С него на льдине сидишь, поигрываешь. Да, через спутниковый телефон на ноутбуке. Кто-то ты на ноутбуке играешь, я-то думал. Уехал на экспедицию, да. Играю в компьютер. Сидишь там с этого, с полярного, из-за полярного круга. Ух, а чуть ночь так быстро наступила. А у тебя есть-то хоть на костер хоть что-нибудь-то, ё-моё? Есть, опять конечно. Сейчас... Не, конечно, дай, есть, обижаешь. У меня костер свернутый был, еще тогда я его поставить не смог. Обижаешь, начальник. Ля-ля-ля, ну как я это? Уже веревок сейчас заготовлю немерено. Давай, а я пошел спать. Наука, так, а где материал-то? Во. Нам уголь с тобой нужен. Где уголь взять? Елки жечь. Елки жечь. А сколько с одной елки угля? Одна штука. Одна елка, одна штука. Причем, кстати, размер елки не влияет. Блин, это надо в лес идти, значит, жечь. Это уголовный весь лес не сожги. Так, я 15 веревок свил, это нам с тобой на 5 сушилок хватит. Отлично. Ну и у меня еще есть трава, так что я еще тоже сделаю. Надо штук 6 поставить, так, ну, я думаю, нам на больше. У тебя-то трава-то за... Так, опять у меня повисло все. Да, у меня вроде норм. Я пока сплю. Что-то, видать, там на апгрейтере, ребята. Какой-нибудь патч наверняка выходил еще. Потому что раньше такого не было. Раньше все в порядке было. Какой-нибудь нормальный патч. Скорее бы уже сейчас, кстати, ввели какие-нибудь новшества. То есть, новых монстров, боссы. Слушай, мы с этими справиться не можем. Ты еще как можем. Да можем, просто нам лень. Все нормально. Так, день наступил. Я проснулся, я вообще прекрасно себя чувствую. У меня фулл хп и практически фулл рассудок. А ты там палатку поюзал, да? Да, я поспал сегодня, ночь прекрасно вообще себе чувствую. Мне, наверное, тоже, наверное, надо в палатку залезть. Нам с тобой, наверное, рейд на пауков сделать надо. Я у алтаря, говорит он. Где у нас алтарь? Ты знаешь, мы вроде алтарь? Его заюзали, он наверху где-то был вроде. Слушай, а куда мы с тобой побежим, когда гончие придут? К бифала нельзя уже бежать, бифала нет. А вот тут я еще нашел пачку бифала. Значит, к нему побежим. По дороге. Наверх вот по этой, по прерии, по степи идешь. Так, вроде я хоть как-то... Воу-воу-воу, что это такое? У меня настройки случайно выскочили. Я не знаю, может сделаем кусты на бошку? Как ты на это смотришь? А для чего? Ну, будем прятаться, они не будут нас атаковать, собаки. Будут атаковать кого-нибудь близлежащего. Так они мою эту мелкую убьют. Кого? Подругу бегающую... мою. А, ну так ничего страшного, ты же можешь воскресить. Да, так говорят, когда воскрешаешь подругу, там 50 разума слетает сразу. Как языком? Да. Ну, как вариант просто, я не знаю. Я бы лучше прятался. Хотя можно их просто убивать. Вот если честно, их можно убивать. Просто в броню закуемся и будем мочить. Вот этот вот мой чувак, он очень сильный. Он только очень сильный урон наносит. Да, его надо накормить. Ну, чтобы у него, этот, как говорится, жопа на лице появилась. А то он... Жопа на лице? Ну, типа ямочка. Так, говорит, высоко-высоко над спавном, не заюзанный. А, не, мы тогда там еще не были. Мы там вообще не были, да. Ему от спавна надо... Так, сейчас посмотрим, где мы там спавнились-то. Вот это портал? Ему надо налево от спавна идти просто, и все. И он придет к нам. Ну, если он карту не вращал. А только, по-моему, сама карта, которая через М вызывается, она не вращается. Нет, она вращается. А, раз. Вращается? И без разницы, да, она вращается в любом случае. Как ты вращаешь. Так, надо сжечь пойти лес. А я давай-ка еще сделаю, надо посмотреть еще раз, что нам надо для сушилок. Моржи рядом, не, мы там тем более не были. Два. Не, мы там не были, да, действительно. Ты очень любопытно месте заспавнился. Не, заспавнился то он там же, где и мы, на портале, по идее. Просто от портала он вверх пошел. Мы вниз пошли и потом наверх ушли. То есть мы налево, грубо говоря, ушли от портала. Ты сколько там веревок, ты говоришь, 5 штук, да, сделал? Ой, 15? Да, 15 веревок.
Ага, я тогда еще сделаю 3 штуки. Так, а если я энто подожгу, что будет? Он загорится, я думаю. И будет очень злиться, и будет тебя бить. И, возможно, пожжет там все к ядрине фени. Я елку поджег. Все горит. Кто-то может не понравиться. Сейчас проверим. Энт может быть недоволен. Он, кстати, не любит, когда лес уничтожает. Энт тоже горит, кстати, идет на меня. Нет, не идет. Так. Сушилочка, ветки. А, ну так ветки, короче, надо. И это, давай, ты все, да? Блин, помогай. Моя это на энта напала. Значит, энт на нее напал, раз она ответила. О, твою налево! Вот что, это что? Плюха мне прилетела, я без брони на энта пошел. Беги. Так, энт, по-моему, недоволен, да, мной тоже. Энт, мы помогаем, деревья вырубаем. Слушай, не, он какой-то спокойный вообще, ему пофиг. Наркоманский энт. Спокоен. Золото нет, нам что-то нужно, спрашивают? Так и золото, когда оно мешало-то? Ну, всегда тогда нужно. Или он, наверное, где-то рядом с каменным источником, где много камня. Витя, главное, сказал, Витя, говорю, не жги весь лес, ага. И Витя сжег просто весь лес. Я поджег маленькое деревце. Мы сейчас без леса с тобой останемся на зиму. Ну ладно, там вниз от нас еще, знаешь, сколько леса. Ну, шишки есть, в принципе, в любом случае. Так, вечереет. Слушай, что-то как темно прям стало. Пожалуйста, очень темно. Свет, свет. Нужен свет. Слушай, у меня 5 здоровья, прикинь. 5 хп? 5 хп, да. Иди спать уже. Иди поешь и ложись спать. Восстанавливайся. Ты меня будешь защищать? Да что тебя защищать, спи до себе. А вдруг энд придет, заберется в палатку. Представляешь, что там будет? Сейчас я к тебе приду в палатку. Деревья родятся. Энд, ты агрессивничаешь не на меня, надеюсь? Не, он не агрессивный. Так, а я, пожалуй, высажу. Энд, это уголь. Так, слушай, я 32 угля собрал. Отлично, отлично. Нам, может быть, где-то он еще и пригодится. Хотя я очень сомневаюсь. Так, нужно поджечь. Так, я тут все запалил. Так, у меня кролик есть живой. Тебе надо? Отлично. Снимает стресс, говорят. А, если гладить? Да. Теребить его за ухом. Так. А уголь, если на землю посадить, нормально будет с ним все? О, я шапку подел. Надо снять срочно. Так, все, уголь у меня есть, давай веревки. Веревки? На, тебе 15 веревок. У меня еще 35 травы есть. О, мне тоже надо покушать. Слушай, ну это... У меня 36 осталось. 36 еды. Ты там, Никита, как, кстати? Ты там ничего? У тебя есть хотя бы что поесть? А то сейчас там где-нибудь отъедешь еще, не дай бог. Да, он сейчас пока добежит, наберет там столько всего вкусного. Ну, я надеюсь. Так, ну мы где-то... Я даже не знаю, как определить тут координаты. Это фиг скажешь. Даже и помочь-то сложно. А я вообще кролика. Пава, не вижу. Меня гладят как кролика, говорят. Ты тоже уши прижимаешь, когда тебя гладят? Да, я тоже уши прижимаю, когда меня гладят. Все верно. Так. А где палатка-то, господи? Так вот она здесь стоит, возле этого алхимической машины. А, ну, вижу, видишь? Все, нашел. Ты пошел спать? Не, сейчас тефтельки съем. Давай быстрее, это у меня уже тоже есть и хочется. Все, я спать. Давай. Короткий или стрим будет, спрашивают. Стрим будет. А вот, пожалуйста, и Никита. А так, вот он бежит с факелом, смотри, нормально, такой волосатый. Все нормально, скоро будет бородат. Еда, 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 быстрее еда. Слушай, я хорошо лечусь в палатке.
и рассудок. Слушай, а еда не так уж и сильно тратится. Сколько там, говоришь, на палатку надо было потратить всего? 6 паутины. А что, я встал-то? А утром ты не можешь спать, все. А, ну нормально, у меня 83 здоровья, 130 разум, более-менее. Отлично. Так, паутину я вот выкладываю обратно, 7 штук у нас еще есть. Так, сушилки надо еще? Где? Ты что-нибудь сотворил хоть? Так я ночью-то, как я тебя буду делать? Мне я поесть. Ну, давай, брось сейчас тогда. Нет, я сейчас буду делать. Что на них хоть надо-то? У меня 32 угля есть. Так, мы сейчас будем смотреть, где здесь расставится. Так, надо вот эти рок, вот это всю вот эту пакость, конечно, убрать, чтобы она не мешалась. Так. Слушай, и будем строить. Давай, делись нитками, я тоже настрою. Да ничего я тебе не дам, иди собирай траву. Да ладно, у меня есть нитки. Пришла к нам гость. Мочи, мочи ее. Давай, загоняй. Я снизу пойду. Ну как ты так? Куда ты ее загоняешь? Да прекрати бегать уже за ней. Прекрати уже бегать за ней. Я ее нормально загонял. Я ее пытался перехватить. Хорошо. Там ягоды собирает. Так. Так, где у нас будет поле? У нас для есть там сушилок. Так вот я уже тут строю, вот видишь. Никит, там это самое, в холодильнике мяского там, в правом, в левом точнее всего, в правом овощи мы складываем. Ты бери там, готовься, что надо. Три овощи и мяско большое, и нормально. Я пока вот эти большие, большое мясо я пока уберу. Да, которое тухлит, оно его надо вешать. Сейчас он закроет холодильник, я спрячу. 11. Так мы вообще, в принципе, надо желательно вот это большое мясо нам и повесить. Ну да, все надо завялить. Итак, я построил все, что мог, да, еще этих веревок. Ничего тебе не дам, все. Я очень жадный. Я злой разбойник, злой. И мне не надо. Ни шоколада. Не мармелада. Вот ты что так криво поставил? Ну как так? Ну фэншуй такой был, господи, мы теперь проиграем. Все, хватит плакать. О, смотри, он нам яйцо принес. О, отлично. Яйцо высокой птицы. Его можно высадить. Птица потом уйдет, правда, в конце концов, все равно. Да. Она такая не очень хорошая. Она может тебе даже в голову клюнуть. Сейчас, говорит, я тебе тефтели сделаю. О, у нас поваренок появился. Так, слушай, я могу родить себе эту мелкую свою. Спасибо, мне как раз надо поесть. Говорят, нужно посадить цветок и убить кролика. А, это имеет в виду, чтобы ты свою эту оживил? Чё-то ни хрена не получилось, ну обманщики, а. Убить кролика, все заработает. Никита, верь тоже теперь комментариям. Так, у нас еще с тобой есть, знаешь, у нас с тобой еще есть много угля, насколько я. Да, у меня еще 26 угля. И можно я топить? Сейчас... Да, уголь хорошо, кстати, топит. Слушай, нужно этот сделать, как его? Я еще сделаю один казан, пожалуй. Да, можно казан еще один сделать. Бумеранг. Бумеранг. Паутинка одна нужна. Слушай, нам надо с тобой на паутину сходить. Так там же есть вроде 7 штук. Да есть, ну как бы нам еще палатку нужно будет еще одну строить. Плюс нужны будут... Так, нужно, кстати, за камнем нам с тобой сходить. Вот чё. Так, сушилок мы понаделали. У нас что-то вообще... Вроде процесс пошел, тебе не кажется? Ну, сушилки хорошо. Что нам еще понадобится? Нам, по-моему, нужно будет больше кустов. Хотя ладно, с этими пока выживем. Нам бы птичку еще поймать. Какую? А, ну да, нам в любом случае надо рейд на пауков. Надо, короче, идти делать броню деревянную. Вот ну да, значит, надо да, рубить лес. Рубить лес. А тут везде энты ходят эти. Разъедрит тудыт, растудыт. Я думаю, просто нам надо реально лесу сделать брони и пойти на пауков. Потому что надо реально и бумеранги, и потом сачки, и потом... Что еще куда там шляпы эти всякие делать? О, ё-моё.
Не, вечером никуда не пойду. Пойду спать. Три угля. Вот я положу возле костра или где-нибудь недалеко. Сейчас я дам, у меня 4 штуки есть. У меня 23 есть. О, я бросил. А как писать в чат? А, через Y вроде, я не знаю. Попробуй нажми Y. Да, Y писать в чат. Так, ветки ты собрал. Так, вроде все норм. Поесть есть, мясо сушится, тут кое-что растет. Фи, вообще шикарно. Слушай, а что-то цветок сам подраспустился слегка. Ну да, он же когда у тебя умирает, получается, он тебя увядает, цветок, и ты сразу не можешь вызвать сестру. А, теперь понятно, когда почему у меня кролик не сработал. А, у тебя ты убивал кролика, когда у тебя не распустился. Ну да, я думал, сразу можно. А, не, там надо ждать, у него какой-то кулдаун. Все, теперь понятно. Ой, я чувствую, сколько будет вообще слов по поводу этого. В чате потом говорит: а, Витя, ты ракан, ну как так? Ну, он же не спустился, ты кролика убил. Просто так, беззащитного, бедного, несчастного. Бедный кролик. Слушай, сколько мы с тобой уже сейчас играем? Можно посмотреть длительность раунда? А, я не знаю. Может, как-то через тап. Информативность тут максимально вот это, что на окне. О, дождик. То, что в окне, вот видно через тап. Просто я думаю, когда нам отсечку-то делать для ютубика? А, я не знаю, ты там не засекаешь? Так, но надо за камнями сходить, вот что я вспомнил. А я пойду лес рубить. Камни вон там у нас аж. Никит, ты в курсе, как выращивать птицу? Там ее надо специфически как-то растить. Ее надо держать возле костра, когда холодно, чтобы оно грелось, насколько я знаю. И не передерживать, чтобы оно не сгорело. Вот типа такая фигня. Какая-то там вообще заморочилась. Он умирает, да. Трость какая-то. А, это хорошая трость. Это, кстати. А она скорость увеличивает, по-моему, да, передвижение. Скорость передвижения. Хорошая трость. Слушай, я ее возьму, пойду за камнем. Если просто никто не знает, как это яйцо юзать, я, пожалуй, в холодильник уберу, чтобы оно не испортилось. Яичницу сделаем. Потом замутим яичницу, да. Такую гигантскую яичницу. Руки идут. На-на-на-на-на. А, оно не засовывается, смотри-ка. Оно пока, видать, еще не в том состоянии, чтобы его засовывать. Какого бабуина? Идите отсюда. Вот так вот. Когда уже ночь-то кончится? Господи, как долго это все происходит? Еще дождь идет? Тоже рассудок падает. Да? Нормально, день. Кушать хочу. О, скоро. 19-й день у нас. Ёшкин кот. А у меня 20-й уже. Так, я беру трость, я... Все, я... зима пришла, здравствуйте. Уже? Синие птицы прилетели, да. Так. По долине с облаками. Слушай, трость на самом деле реально делает быстро меня. На 25% увеличивает скорость. Я как торпеда по дороге ношусь. Могу ощебаться. Лети, как стрела, как молния. Неси ко мне известий. Я бегу по дороге куда-то. Вроде бы хотел за камнями пойти, но дорога ведет меня совсем в другую сторону. А вот она меня еще к буффало привела каким-то. Отлично. А-а-а. И тупик здесь. Есть такая маленькая полянка, мы живут буффало. Вот, прям буквально с один экран размером поляна. Биомчик. Буффальский. И там буффало живут, да? И тут буффало живут, и все, и там конец. Так, здесь паучата еще живут. Как ты их мило, паучата. Какие же они милые, эти паучата. Ох, молния ударила в лес. Да, господи, нас... все горит. Убиваю. Да. Что там немного не свезло давить. Блин, жесть какая. Выжил? Выжил, конечно. Слушай, ну здесь весь лес горит. Все вообще горит. Я обгоняю волну огня. Я на перегонки с ней. Это самолет. Это кислота.
это поезд. Нет, это Витя бежит. Это Витя... А чё тут лес горит, говорит? Вот эта молния попала, наверное, просто. Так, я хочу мясо пожарить, мне все не дают. Тут пакость какая, дождь тушит наш костер. Так, а как? Что ж ты наделал, болван ты усатый? Да, и зайцы уже белые. Слушай, нам с тобой еще надо было ловушку, наверное. В принципе, зайцев и так можно бумерангом тем же ловить. Блин, я за камнями все иду и иду. Ты уверен, что тебе они нужны? Ну да ладно. Нам с тобой надо это камни обогревателя делать будет. Ну да. Камни. О, пингвины просто выскочили из пруда. А как говорят, из пруда не вынешь и пингвина из пруда. Ага. Шикарно вообще. О, кстати, я только сейчас заметил, ребята, а ведь появилась музыка в игре. В игре реально появилось музыкальное сопровождение, а его не было. Да ладно. Что ты говоришь, а? Не было, музыки-то не было. Долгое время они не прикручивали ее. А теперь, смотрите, есть музыка. Слова. Слова народные. Музыка народная. Ох, пингвины прямо из болота выныривают. Это ж как так надо здесь? Извините. Дядюшка Энд меня там не накажет случаем. Дядюшка Энд? Дядюшка Энд, не наказывай нас. Опа, это что такое? У меня веток нет. Ёп, коломане. Почему у тебя их нет? А вот так вот, нет веточек. Сейчас пойду добывать. Вот одна есть. Это быстрее, а то сейчас уже темнеет. Темнеет прямо на глазах. Кирка сломалась. Знаешь такую песенку? Нет, но теперь буду знать. Неплохо напел. Каруза. Каруза. О, да. Это как анекдот такой старый был. Там два парня встречаются. Он говорит, Каруза. Ничего, говорит, особенного. Ты говоришь, что, говорит, слышал? Да не, говорит, мне друг напел. Серьезно? О, курица. Кустурица. Слушай, я сегодня прям стихоплюй какой-то. Вообще не говори. Курица, кустурица, пингвин, мингвин. Да у тебя талант. Да я вообще рэп читать могу, да? Рэп-шмэп, у тебя талант. Это опять кирка сломалась. Какие-то камни чумовые, вообще не пробить их. Заберу-ка что-нибудь вам поесть. Сиськи собирают тут с пола. Сиськи с пола. Вот я старую женщину это встретил. Сиськи до пола. Ну это вообще шутканул. Шутканул. Даванул. Да нет, я просто камни. Ты же помнишь, мы обсуждали с тобой, что они на сиськи похожи. Ну да, я иконка. Помню. Я вот. Боюсь даже. О, что-то подожди, у нас кто-то дерется с Энтом. У нас Никита что ли мочит? Никита-то решил побить Энта. Хотя, в принципе, он его замочится со своим пингом, его не так сложно убить. А я отойду, пожалуй, в сторону. Кажется, темнеет. Я без брони драться с ним не буду, у меня пинг проседает, я боюсь. И чё там, как у вас с Энтом-то дела? Ну, он мочит. О, все, Никита умер. Там мочился. Энт сделал Энт Винс. Энт сделал бжук и все. По воздуху черканул своими когтями. И все, Никита умер. Сейчас, Никита, тебя воскрешу. Терпи. И если ты знаешь, где недалеко находится воскрешение, этот самый, как он там, полита воскрешающая, то можешь туда слетать. Если она недалеко, реально. Если она далеко, лучше оставайся, я тебя воскрешу. Ты только броню одень.
Да-да, я броню, конечно. Просто сейчас зима, и как бы можно замерзнуть, если далеко находится. Ну, пингвины у нас вообще тут спят в лагере. Пригрелись возле костра. Блин, здорово. У вас там круто, я тут пока в экспедиции за камнями. Ну, вообще не говори. У нас тут так уютно. Блин, а я жрать-то как хочу, а? Обжито, есть, ешь кору, ешь корни. Все такое. Как учил Биар. Наш великий и могучий. Биар? Так, я что-то палки сделал зачем-то. А, ну ладно, пускай будут, пригодятся. А броня у нас там из чего делается-то? А, две веревки. Из бревен и веревок. Веревочки. Мне нужны веревочки. Так, броня у меня есть. Все, броня есть. Броню пишет, да? Твою цитату. Напилю вам что-нибудь поесть и съем сам. Ты злой человек. Я тебе скажу. Так и получилось. Я вам приготовил и сам же съел. Но у меня теперь зато я хоть по крайней мере теперь не мучаюсь от голода, если честно. У меня тут полный холодильник еды, и я вообще с лагеря не выхожу. Не удивляйтесь, коли чё. Когда придете, что там ничего не будет. Так. О, прикольно, я курицу убил, птицу какую-то, а у меня Абигейл воскресилась. О, круто. Ты бумерангом. Цветочки, да. Бумерангом. Вот это самые хорошие камни, из них только камни выскакивают. Кстати, что-то изменили, что ли? Потому что, заметьте, зима должна быть, а ее нет. Вроде птицы прилетели, а на улице дождь идет. Я думаю, это просто поздняя осень. А вот и снег. А вот и снег, да. Накаркал, ё-моё. Слушай, блин, а что-то у меня это... Замерз экран. К чему бы это? К тому, что сейчас зима. Слушай, надо срочно к вам возвращаться. Да, конечно, надо уже прям сломя голову бежать. Слушай, если я замерзну, я ж без шапки. Кострами перебивайся. Круто. Блин, а я немножко прибраться хочу. А у меня бревенный костер нет. Прикинь, я бы. Ох, пингвины, что ж вы такие? Прикинь, пингвины прямо из камней откуда-то выскакивают. По-моему, пингвины стали разбойниками местными, знаешь, они это, подстерегают тебя и в нужный момент выпрыгивают. Да, выскакивают в ненужный момент. Блин, Никита сейчас-то не выживет. Вот Никита зря, наверное, ушел все-таки. Я бы еще сейчас от мороза просто помрет, он даже до дома не добежит. Слушай. Возвращайся, пока ты в привидении, возвращайся обратно, я тебя лучше здесь подниму. Там у тебя не топора, ничего. Твои налево, у меня голода 16. И что там у тебя никак, нигде ничего? Ты обречен? Я бегу по дороге. Дорогою добра. Тарарарара. Тарарарара. Я бегу дорогою добра. Нет, ничего нету. Куда я бегу? Не туда. Броня есть. Одеть? Нет, я спрашиваю, потому что хочу сделать. Интересно было, есть ли у тебя броня. У меня есть броня, но на ней 6%. Ага, ну тогда, значит, я не зря делаю броню. Блин. Ага. 10 еды. Приготовь, пожалуйста, для меня что-нибудь. Да там есть где? Там я уже все наготовил. Тефтели там, я не знаю, чтоб стояли прям, меня ждали. Да там я два казана забил тефтелями, так что... Я бегу как ракета просто через прерию. Зайцы от меня шугаются в разные стороны. Лечу, твою мать, 7 еды. Если бы я тебя увидел, я бы тоже, наверное, бы шугался. Все, я уже закажу... Сумасшедшая девочка бежит, сломя голову, с привидением с на голову. В руках, непонятный. Да, я здесь, 4 еды. Хопа! Ном-ном-ном. Уже у нас мясо с тобой сушилось. Отлично, отлично. Пускай пока... Так, а овощи все уже больше не будут расти у нас? Думаю, нет. Если их собрать, они уже расти больше не будут. Слушай, мне кажется, самый раз нам с тобой отсечку сделать. Давай. Я согласен. В общем, дамы и господа, как видите, у нас тут все прекрасно. Мы чуть не сдыхаем каждый раз. Вот, надеюсь, что... Что-то энд пришел, сейчас все топтать будет.
Так, у нас есть несвежий гранат. Энд, свали в туман. В общем... Если у тебя хп мало, можешь скушать гранат. Кого он бьет-то? Он кого-то бьет. Да, кому-то кто-то, видать... Он сражается с моей этой... чувихой. Девкой? А как? А ну, зачем? Видать, что-то у них какие-то личные. Это, мне кажется, еще когда она была жива, у них что-то там не сложилось. Блин, а мяса у нас большого нет, что ли? Мясо есть, там же жареное мясо в холодильнике большое. Вижу. Так, блин, мне кто-то поменял настройки, кстати, это походу сбросилось все после какого-то глобального обновления. Теперь я, теперь у меня на тап не карта, а приходится нажимать M на карту. Так, а что можно вот с свежим да? гранатом сделать, как ты думаешь? А если ты его пожаришь, если у тебя хп с хп проблемы, пожарь его на костре и покушай. И у тебя восстановится 20 хп и плюс еще голод. Хорошо восстанавливается, кстати. Так, нормально. Куда все ягоды подевались? Господи, кто их все сожрал? Я на тефтели спустил, видишь там сколько. Две тефтели было приготовлено, я еще на себя готовил. Так, сейчас подожди, я делать буду этот. Для Никиты надо сердце сделать. Ты до сих пор не сделал? Я только пришел в лагерь. Тут вон пингвины яйца наложили. Опять, короче, я забыл броню поставить, да я хрен с ней. Держи. Никита. Кстати, прилично стало сердце рассудок отнимать. Очень много отнимает, реально. У меня 57 рассудка осталось. Я пошел спать. Рассудок очень упал. Покушать есть, броню я сделал. У Никита есть броня, интересно. Никита, у тебя есть броня? Так, надо камни делать, вот что. Надо еще ящиков сделать. Смотри, у нас по всему лагерю, не пойми, что валяется все. Куча всего. Да пусть валяется. Да, это как-то неэстетично. Грейся, Витя. Ты камушков-то насобирал ведь? Да, я принес, в общем, 2 стака камней у нас теперь. Ты здороваться-то будешь? Или как бы... А, стоп, просто, я да? даже не попрощался еще. Я забыл. Да, народ, в общем, давайте, на этом мы сейчас прощаемся. В следующей серии вы увидите, как мы будем страдать зимой. В общем, и все. С вами были Витек и Стас, плюс еще Никитос тут бессловесный. Не забывайте ставить лайки видео, подписываться на канал. Ну и, конечно же, что делать? Я что-то забыл. Не, и пускай они советуют друзьям, естественно. Да, советуют просмотр друзьям. Просмотр этого видео. Все. Не забывайте, ребят.